спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме друг есть окно такое. Крик разлук и встреч, ты окно в ночи. Может, сотни свеч, может, три свечи. Нет и нет уму моему покоя, и в моем дому завелось такое. Вот опять окно, где опять не спят. Вот опять окно, где опять не спят. Вот опять окно. Спасибо. Посторонним сюда нельзя. А я свой, родной. Да уж, родней не бывает. С проверочки к нам, Николай Иванович. Так вроде ваши товарищи были недавно. Все проверяли, все хорошо. Плохо, значит, проверяли. А директор ваш у себя? Ну, вот я и есть директор. Яхонтов Петр Олегович. Очень приятно. Что же вы, гражданин директор, покупателей-то обвешиваете? Ну, зачем же вы меня сразу гражданином пугаете, товарищ Удальцов? Давайте разберемся, кто вас обвесил, насколько на контрольных весах были. Разумеется. Пойдемте. Прошу. А это у вас что такое? А это сегодня с базы получили, что-то здесь у нас горбуша, севрюга, крабовое мясо, печень трески. Хотите, пару баночек организую вам? Не надо. Не любите? А я, знаете, очень люблю. У меня жена туда как луку настрогает, вилку можно отъесть. И, ну, и, знаете, туда еще яйцо добавляют в крутую. А здесь что? Горячий цех. Ну, ну, мы для кулинарии там сами готовим. Блинчики, сырники, там, рыбу жарим. Иногда даже буженину запекаем, ну, когда хорошая свинина. Ну, так. Давайте посмотрим. Ну, обычная кухня. Давайте все-таки посмотрим. Да, давайте посмотрим. Что тут у нас? Ну, вот. Как так? Ой! Здравствуй, товарищ. Мой зам Есин Сергей Григорьевич. А ты что здесь? Да вы представляете, Петр Олегович, ручку свою любимую потерял. Ручку? Какую ручку? Шарикую. А это вот товарищ Удальцов, старший инспектор ОБХСС. Очень приятно. Мечтает нас засадить в тюрьму. Ну, мечтать не вредно. А что вас тут уксусом так несет? О, ну а вам-то какое дело, товарищ старший инспектор? Вы же вроде из УБХСС, а не из санэпидемстанции. Или так, может, подрабатываете на секундочку там где-нибудь на досуге, а? Там у вас что? Кастрюля? Ничего. Тут вот шкафы духовые. Пойдем, сынок, а то опоздаем.
А папа? Но папа, видимо, задерживается на работе. Пойдем. Соберись, Костров, соберись. Ну что ты как тряпка на ветру мотыляешься? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Молодец, Костров, отдыхай, нокаут. Все нормально? Коля, злее. Все, ты в медицинский кабинет, 10 дней отдыхаешь. Костров, проводи. Вы ко мне? К вам. Здравствуйте. Здрасте. Вот мы решили боксом заняться. Ну что, парнишка молодой, крепкий. А ну, парень, в глаза мне глянь. Ну, вам на бокс рано пока. Вы вот что, запишитесь для начала на плавание. Плечи развернете, дыхание поставите. А как только 10 лет стукнет, приводите возьму. Смотрит правильно. Правильно это как? Ну, по всему видно, что он парень хороший, воспитанный. А вот взгляд как у плохого. Твердо смотрит. Если что в челюсть двинет, мало не покажется. Твердый взгляд. Ну что, расти быстрее, чемпион. До свидания. До свидания. Спасибо. Так, ну давайте насчет обвеса. Это любительское. Угу. Так. Чеки можно? Так. Ну, так это оберточная бумага. Что, простите? Ну, оберточная бумага. Бумага вес имеет. Ну, уже он сколько раз писали, звонили, чтобы нас перевели на эту пищевую пленку, но пока не переводят. Никому нет дела. Тем не менее, меня обвесили. Ну, это всего там несколько грамм. Ну, это смешно, это просто погрешность. Это не смешно. Вот будьте уверены, что акт-то пойдет туда, куда следует. Все правильно, это ваше право. А с продавщицей я разберусь. Потому что, конечно, неправильно орать на покупателя. Вы знаете, там у него муж. Так, пройдемте, акт составим. Хорошо, пройдемте ко мне в кабинет. Есть он ко мне вызовет, он знает. Вы только на зам моего зла не держите, Николай Иванович. Он сирота детдомовский. Манерам некому было учить. Ну, мужик хороший. Сотрудник отличный. Кандидат в партию. Акт пишите. Ага. Да? А может, спрыснем сначала, Николай Иванович? Я не пью. Я тоже не пью. Сейчас никто не пьет. Что, у всех сейчас нервы, печень, сердечком прихватывает. Значит, немножко для здоровья полезно. Знаете, у меня жена педагог, очень строгая. Но если чуть коньячишки, то разрешает. Говорит, для сосуда хорошо. А вы женат, Николай Иванович? Это не ваше дело. Вы не пытайтесь со мной подружиться, Яхонтов. Это бесполезно. Вот странное дело, а. Объясните мне, Николай Иванович, вот вы верите какой-то анонимке, а своим собственным глазам не верить. Вот ведь вроде все у нас проверили. Все чисто. Где порядок. Значит, плохо проверил. В следующий раз буду проверять лучше. Вы акт подписываете? Хорошо. Подписываю. Извините. Это вам вот собрали немножко вкуснятинки. Это что, взятка? Нет, конечно. Почему взятка? Не взятка. Все пробито через кассу. Если хотите, можете деньгами вернуть. Но это так, от чистого сердца. Ну,
Придете вечером, своих дома побалуйте. Ну, мужик же вроде как добытчик. То есть, по-вашему, получается, если домой с работы сумками не таскаешь, то в семье тебе уважать не за что. Ни добытчик, ни мужик, так? Да нет, ну я вообще не это имел в виду. Ну, не правда, а чистого сердца. Ну, ну дети есть у вас, Николай Иванович? Мой сын ворованного не ест. Удачного вам дня! Дай дерна. Ты же не куришь. Это я свои не курю. А чужие курю. Ну и пассажир Дальцов, а? Не взял? Mm-mm. Забудь. Аж слюной брызгал. Обычный идейный придурок. Барин с расхищением социалистической собственности. Да дай сюда. Курку додел? Съел. Я серьезно. Пипец жигулям. Зато ты не в СИЗО. Спасибо тебе, брат. Да ладно, перестань. Слушай, воняет от тебя.
партия. Не пассивные пожертвователи этих перемен. Нет, мы активные их участники. Труд советского народа. Строится в мире. Действия коммунистической партии Советского Союза и Советского Государства. Кто? Вам телеграмма. Получите, распишитесь. Спасибо. Не встречай, полюбила другого, выхожу замуж. Прости, если можешь. Нет. Прошлый 24-й съезд выдвинул ряд крупных задач принципиального характера. Сегодня, зная, как решали задачи, ты чего здесь, Коль? Ну что у тебя? На работе неприятности, да? Рядовая проверка. Хотел одного гада прижучить. Он хитрый оказался, вертлявый. Ну ничего, не переживай. Потом прижучишь. Пошли домой. Лара, скажи только честно. Я что, плохой муж? Почему плохой? Ты хороший муж. Ну, правда, хороший. И отец прекрасный. Ну, правда, бывает с тобой непросто. Потому что я не добытчик. Да нет. Просто ты увлекаешься очень. Вот втыкаешься в свою работу, а про нас с Ванькой забываешь. Ты сегодня что обещал? Помнишь? Утром. Молока купить? Да нет. Но мы же с тобой хотели Ваньку сегодня на спорт записать. Черт. Лара, прости, я забыл совсем. Слушай, ну давай я завтра отведу. Я могу отгул взять. Да не надо. Я его сама сегодня сводила. И что, взяли? Взяли. Но только на плавание пока. Пока крепнет, подрастет. А в 10 лет можно и на бокс. Знаешь, тренер сказал, что Ванька наш перспективный. Спасибо, милая. Слушай, только они там дерутся уж очень. Прям по голове друг другу стучат. Боязно мне, Коля. Да не бойся ты. Зато мужиком вырастет. Хорошо. Я в прошлый раз брала. А знаешь, в гастрономии плохого не бывает. Хорошо. А как думаете, ребенка нормально будет? Да, очень вкусно. Берите машину. Вот и получается настоящий замкнутый круг. Присаживайтесь, Василина, кофе. Спасибо большое. Это Анна Ивановна. Наш главный бухгалтер. Очень приятно, Инга Васильевна. Так вот, деньги у нас есть, и немалые. А купить на них мы практически ничего не можем. А так хочется ребят побаловать чем-нибудь вкусненьким. Мы, конечно, сами покупаем. Педагоги и персонал. Кто-то яблоко из дома принесет, кто-то конфет. Но вы поймите, детишек 213 человек. Нельзя одному дать, а другому кукиш с маслом. Кстати, про масло. Знаете, наверное, масло будет. И мясо будет. И вообще все, что понадобится. Это мыслимо? 5 грамм сыра на ребенка. Так если бы еще каждый день. Если бы каждый день еще удавалось эти 5 грамм сыра добыть. Большое спасибо, Петр Олегович. Большое спасибо. Вы знаете, мы просто не мечтали о таких шефах. И вы не подумайте, мы за каждую конфетку, мы обязательно отчитаемся. Ну? У нас золотой персонал, просто золотой. А дети — это чудо. Вы сами увидите, мы будем вас на каждый праздник приглашать. Это не мне спасибо. Я тут прежде всего Сергей Григорьевич спасибо. Да ладно тебе, перестань. Ну что, ладно. И вам. Потому что... Я бы не догадался, что мы, оказывается, так просто можем помочь детям. Еще раз большое спасибо.
До свидания. До свидания. Я надеюсь, до скорой встречи. Я провожу. До свидания. Спасибо большое. Пожалуйста. Вы знаете, я даже не ожидала. Я так рада, что так замечательно прошла встреча. Вы сомневались? Еще раз спасибо большое. До свидания. Я очень буду ждать этого свидания. Поехали, Денис. Никаких «но», Анна Ивановна, никаких «но». Это дети-сироты. Мы же не можем детей-сирот досыта накормить, что ли, а? Тем более за их собственные же деньги. Деньги не их. Деньги государственные. По закону детские дома может снабжать только госснаб и только. Плевал я на эти законы! Законы! Мы шефство можем на детдомы взять? Можем! Все! Шефство можем. Но шефы имеют право ремонт сделать. Все. Ну, еще можем поучаствовать в воспитательной жизни. Там, детишкам лекцию прочитать или куда-нибудь на экскурсии свозить. На какую экскурсию? На какой хрен в эти экскурсии? Детям жрать нечего! Они сидят с картошки на хлеб перевезли, ты слышала? Ну, вы как хотите, Петр Олегович, но мы ничего официально провести не сможем. Ну, не грамулечки! Да проведу я. Причем все совершенно официально. Вот! Вот! Вот Сереж молодец! Вот за это люблю, вот сразу видно, что человек в детдоме жил. Учись, Анна Ивановна, учись. Все, давай, чтобы я больше твоего гудения не слышал, хорошо? Договорились? Шефство на детдома берем и точка. А Новый год вообще такой праздник закатим, чтобы дым коромыслом стоял. И мандарины, и молоко птичье. Да? До Нового года еще дожить надо. Все, ладно, хватит. Хватит. Доживем. И до нового, и до 2000-го. Все, давай. Понимаешь, Машуня, родители есть не у всех, и поэтому, когда у человека нету мамы с папой, его называют сирота. Их совсем никто не любит. Почему не любит? Воспитатели любят. Мы любим. Смотри, сколько подарков приготовили, а? Чего, не успеваем. Мама с папой должны у всех быть. Я в книжке читаю. Ну, к сожалению, иногда мама с папой умирают, иногда сами бросают своих детишек. А? Спасибо. И вы меня тоже бросите. Да кто тебя бросит? Кто тебя бросит? Ну, кто тебя бросит? Ты знаешь, как мамка с папой тебя любит? Знаешь? Ну, и как мы можем тебя бросить? Ты моя хорошая. Все? Так, угу. Я после детдома заскочу на работу. Да. И сразу к вам. Все, давай. Пока. Пока, ребенок. Осторожно там. Ага. Угу. Добрый день, Петр Олегович. Здорово. Сейчас. Так. Оп. Ага. Все, на все прошло 2 часа. Раньше сядем, раньше выйдем. Хорошо. Здорово, что вы пришли. Так, это все для детей. Ну, собрали всякую вкуснятину. Здесь конфеты, мандарины. Спасибо.
Спасибо большое. Лично вам. Да Лиза, зачем же? 50 билетов на лучшую новогоднюю программу. Цирк Никулина. Господи, вы нас балуете. Все. Олегович, здорово. С Новым годом, еще раз все побежал. Петр Олегович. Петр Олегович, с Новым годом. Ну ты чё такой унылый, а? Да так, чё-то не по себе. Да ладно, ну чего тебе не по себе? Чего не по себе? Не понимаю. Петька мой лучший друг, а мы как? Чего тебе не по себе? Неправильно. Ты своё берёшь, не чужое, понимаешь? Он не отец тебе. Не брат. Просто часть жизни. Попутчик. Ты права, он мне не отец. Мой лучший друг. Да ладно, лучший друг. Да, да. Кто мне говорил, что все рефераты, все курсовые за Яхонтова писал, а? Что мне сложно-то? Да, такая дружба. Да, дружба. Теперь ты отличник. Ты с головой. У Яхонтова в шестерках бегаешь. Какие шестерки? Весь гастроном на себе тащишь. Я зам его. Шестер. А он как сыр в масле катается. А мы что, хуже живем? Я тебе еще раз повторяю. Ты свое берешь, не чужое. Поэтому не упускай. А не упустишь, все у тебя будет. И уважение, и деньги, и директорская должность. Да мне главное ты. Я, конечно. Я у тебя буду все, что захочешь. Ну что, сынок, по-моему, ничего. Хорошо у нас с тобой получается, да? Ты куда? Что такое? Это что за красота такая? Ты что, сам сделал? Ух ты! Ничего себе! Вот золотые руки. Давай, вешать. Ты внизу, я вверху. О, красота! Ой, сынок! Опаздываем! Тренировка-то забыли! Скорей, 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 собирайся! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Слушай, сынок, может, не пойдем на тренировку-то сегодня? В честь Нового года, а? Папа расстроится. А мы ему не скажем. Это что же, врать? Ну да. Нехорошо получается. Да не волнуйся, я схожу. Там даже интересно бывает. Честное слово, и папа будет рад. Давно ждешь? Привет. Ну что? Да что-то как-то не по себе. Да ладно, не по себе. Может, не надо было вчера водку с коньяком мешать? Ладно, я не об этом. А я об этом. Сереж, хватит ныть. Мы же все решили, правда? Да. У тебя двушка есть? Ну, десятёночка есть. Ага.
Да, алло. Алло. Николай Иванович Удальцов? Здравствуйте. У меня для вас есть очень важная информация. Да. Вы готовы меня выслушать? Да. Какой тут дом? На Шолохова. Сейчас. А Шолохова какой дом? А, налево сразу. Хорошо, я разберусь. Спасибо большое. А чего тут торчишь? Да вот, Костя, видишь, сигнал один проверяю. Из космоса? Типа того. А после Нового года проверить нельзя? Можно, но не нужно. Да ты поди еще и трезвый. Костя, а что пить? Сегодня 20 декабря. Слушай, Костя, дуй отсюда, дай поработать, а? И вас, Николай Иванович, с наступающим Новым годом. По документам пшеничная, высший сорт. Понятно. Будьте добры, организуйте мне какую-нибудь баночку чистую, а лучше несколько. Мне нужно взять образцы для экспертизы. Идите. И пригласите, пожалуйста, пару ваших сотрудников, понадобятся понятые. Хорошо. Да, еще здесь вот масло подсолнечное. Извините, прогорклое совсем. Хорошо, Инга Васильевна, пойдемте документы посмотрим. Инга Васильевна, я еще могу понять, просить у гастронома какие-то деликатесы. А мука-то вам зачем? Подсолнечное масло. Вас что, правительство совсем не кормит? Кормит. И мы ему за это очень благодарны. Но вы знаете, кормит оно по нормам. А нормы эти очень скромные. А я хотела детям пирогов напечь под Новый год. И не по кусочку. А знаете, вдоволь, да, так. Чтобы как дома. Как у мамы с папой. Ладно, все, Инга Васильевна, успокойтесь. Я понял. Скажите, а почему вы так долго молчали? Насколько я знаю, гастроном взял над вами шефство уже давно, а сигнал от вас поступил только сейчас. Да нас поначалу такой вкуснятиной заваливали. Мы просто нарадоваться не могли. А потом... Ну, вот недавно. Ой. Да вы что, там с ума посходили? Там же продукты, чтобы через секунду чисто было. Извините. А как вы думаете, кто-нибудь из ваших сотрудников мог быть в сговоре с преступниками? Нет, это исключено. Вот вы бы у своего ребенка что-нибудь украли. Но эти дети вашим сотрудникам не родные. Нет, ошибаетесь, Николай Иванович. У нас, если сразу человек не ушел, остается здесь на всю жизнь работать. Половина сами детдомовские. Так что родные нам эти дети, понимаете, родные. Это Яхонтов, я уверена в этом. Ну, хорошо. Вы готовы повторить все это для протокола? Да, конечно. Пойдемте ко мне. Минутку. Шурочка! Да, Инга Васильевна. Соберите, пожалуйста, Николаю Ивановичу образцы и ко мне в кабинет.
Хорошо, сейчас. Сама дай! Так, что здесь такое? Ну-ка, встали, быстро. Быстро, я сказал, встали. Что такое? Путин конфеты даст, крыса. Сам ты крыса. Что за конфеты? Шоколадные. Там дядя Петя на Новый год привозил. Он свой сожрал и у девчонок тихо, скрысил. Тихо, стоять. Какой дядя Петя? Из магазина он всегда нам конфеты привозит. И еще колбасу. Только я не крысил, ты сам все сожрал, а на меня наговариваешь. Так, тихо, стоять. Можно конфет посмотреть? Да, отдам, отдам. А что, дядя Петя вам всегда свежие конфеты привозит? Всегда. А что? Да так, ничего. Правда, свежие. Прости, не хотел. Не хотел бы, не делал бы. Ну ладно, ладно. Все, только чтобы не драться, понятно? Держи. Николай Иванович, проходи, присаживайся. Вот. Что это? Гастроном номер 2. Опять обвес на 40 грамм. Николай Иванович, я же тебя за серьезными фактами посылал. А здесь серьезные. Яхонтов у детей ворует. У каких детей? У голодающих Зимбабве? Иван Никифорович. У детдомовских детей ворует. Я такой аферы за 15 лет не видел. Сами проверьте. Давай, давай, гамочек, кому подлезть? Все, начать. Да? Так, а где мой бокал? Держи. Так, держи. Так, ну, все готовы? Ну что, дорогие товарищи, бабоньки мои родные. Ну, мужики тоже. Поздравляю вас с наступающим 1986 годом! Что, желаю всем радости, чтобы финского сервелата было побольше, вот, ну и всем нам скандальных покупателей поменьше. Да, Татьяна? Да! Да, да! Поехали! Ура! 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 С Новым годом! С Новым годом! С 86-м! Вот еще что. Не хотелось заканчивать этот год на грустной ноте, но давайте лучше все неприятности оставим в этом году. Сегодня мы были в главке, нам поступил сигнал. Петр Олегович, может, не будем Новый год людям портить? Нет, именно будем в Новый год, потому что это касается всех, всего коллектива без исключения. Мы сегодня посмотрели отчетные документы. И решили всем выделить внеочередную премию! Спасибо. Пугались! Пугались? Конечно! Не помешали. С Новым годом! Пересортится? Пересортится. На десятки тысяч рублей. Под видом хорошей продукции он сбывает в детдом всякую дрянь. А розницу надо полагать к себе в карман. Я уж не говорю о том, что
напрямую снабжать дома законом запрещено, но снабжали бы чем-нибудь хорошим, а то ведь... Ай да молодец, ей-богу молодец. Какой подарок к Новому году, а? Дайте я вас расцелую, Петр Олегович. Лиза, ну что ты делаешь, а? Извини, прости, господи, я член коммунистической партии, знаешь? Все видели? Это она сама. Это она. Я даже в дате приказался, ребята. Не поверьте, ну. Че-то он там, Лизка, не умеет. Иван Никифорович, мне бы ордер. На обыск? Да, дома и в магазине, да и на арест тоже. Коля, ты же прекрасно понимаешь, такие операции в одиночку не делаются. И у Яхонтова, скорее всего, есть сообщники, в том же детском доме. В детдоме чисто, я проверил. Ну, тогда в гастрономе, заместители, бухгалтерия. Все замыкается на Яхонтове, везде его подписи. Серега, прости. Мигал, начальник. Ах, мужик. Серега, давай выйдем. Давай выйдем. Хороший год был, да? Хороший. Мы завтра с Гингой тебя ждем у себя. Она утку с яблоком, как ты любишь, это да. Я, честно говоря, не могу. У меня другие планы были. Не обидишься? План, где молодой, кто? Накалить. Давай. Накалить. Не стоит разговаривать. Ничего серьезного. Давай. Давай, за семью твою. Давай-ка выпьем за успех, казалось бы, безнадежного дела. Ну, почему безнадежного? Я считаю, что вполне надежное дело вырисовывается. Резонансное. Вот в том-то и дело. Ну, с наступающим. Уже извини. Подожди, как водочки? А ну, шампанского? Шампанское под курантами. И что со мной будет? Все, давайте. С наступающим, так сказать. А мы желание будем загадывать? Ты что хочешь? Конструктор. Ну, для этого куранты не нужны. Все, давайте. С наступающим Новым годом, дорогие мои. Чтобы все успевали. Успевали посмотреть друг друга. Шишка? Шишка, это ананас. Ананас? Айда.
сосулька. Это глаз. А вот и утка. Угол умом красоту у нас дело. Вот. Ну как, мама, молодец? Молодец. Мама, молодец. И вы молодцы. Так. Новый год! Новый год! Пора открывать. Сынок, так это уже желание. Самые дорогие на свете. Чокаемся. Чокаемся. Все. С Новым годом. Бомс. С новым счастьем. Никогда ничего никому не говори заранее, иначе могут с работы уволить. Да понял, понял. Здравия желаю, товарищ капитан. Ну все, ребят, пора. Действуйте. Сейчас праздники, мало ли в какие Сочи его понесет. Mm-hmm. Все, вперед. Есть. Приснился. Волк приснился. Ох, он такой негодник. Ну-ка, давай быстро завязай к нам. Ну-ка, быстро завязай. Волк. Ты знаешь, волки тоже полезные ребята. Они же санитары леса. Каким бы вельчатам и зайчатам без них бы тоже не очень хорошо жилось. И лисичкам. И лисичкам. Сейчас немножко поспим. Потом пойдем с тобой смотреть, что нам там Дед Мороз какие подарки принес, да? Не хочу, хочу с вами. Тима хорошая. На бормотно. Гражданин Яхонтов? Да. У нас постановление на ваш арест.
Mm-hmm.